Давным-давно один сверчок волшебно сны раскрасил. Он ночку целую не спал и красил, красил, красил. А с ветерком цветные сны по свету разносились. И мальчикам, и девочкам цветные сны. Ой, привет, ребята! Ой, привет, мальчишки, ребятишки, девчульки, хохотульки! Ой, а что это у тебя такое? Ну как что, вышивка? Не видел, что ли, никогда? Да видел у бабули своей, только без бисера. И как это у тебя так получается, а? Ой, легко и просто. Немножко техники и усидчивости. Усидчивости, это не про меня. Ну да, мальчишкам это вообще не дано. А вы, творяшкины, тем более. Что? Вот ты как, Вашечка, про меня думаешь? Да я, если честно, гляну, у меня сразу все получится, вот! Что ты сделал? Из-за тебя нитка из иголки вылезла! Чего кричать по пустякам? Дело-то житейское! Да по каким пустякам? Я ее полчаса вдевала! Полчаса, говоришь? Да я ее вдену за секундочку! А еще с закрытыми глазами! А еще за спиной! Шутишь, что ли, снова? Знаешь, мне вообще не до смеха, ну тебя! Ах, не веришь? Ну тогда смотри, флешка хитрая усмешка. Итак, берем нитку и иголку с вот таким малюсеньким ушком. Ага. Закрываем глаза. Так-так, только не подглядывай. У меня все по-честному. Да, знаем мы твое по-честному. А теперь заводим руки за спину и... Вуаля! Вот так. Вот это да! Как? Это у тебя так получилось? Этого не может быть! Учись, студент! Вы творяшкин! Да ты же гений! Но все-таки как? Как это у тебя получилось? Ну вот, флешка, а ты говорила. Сейчас я проверю это. Давай. Так, берем нитку, берем иголку, закрываем глаза, ставим за спину. Ну, вы творяшкин, это же невозможно! Или ты меня опять обманул, а? Ну что ты налетела? Ничего не обманул, просто заранее подготовился. А ну-ка рассказывай! Ладно, ладно, смотри, сейчас все расскажу. Просто я заранее вдел нитку в иголку, а затем аккуратненько и прицепил ее на одежду. И вот так! Вот хитрец! А я даже поверила. Да ладно, давай лучше мультик смотреть. Ой, опять нитка вылезла. А ну-ка вы, творяшкин, все смогяшкин, засели ко мне ниточку за одну секундочку, как ты умеешь, а? Да запросто, ребята, в этом деле мне поможет помогатель вдевания ниток. Вот такой, сейчас покажу, как пользоваться. Вот так вот, понятно? Ух ты, вот так сюрприз! Спасибо тебе, вы творяшкин! А то, я ж гений! О, цветных вам снов, ребята! Ой, пока-пока! Цветные сны.